статилая балясинка. Делали мы ее вот на таком вот станочке. Время обработки составило порядка 25 минут. Инструмент менялся автоматически, так что для оператора не жизнь, а лафа. Написал программу и сиди чай гоняй. Покупайте наши станки и гоняйте чаи, пока они будут работать на вас. Спасибо за внимание. До свидания.